Очередное спортивное соревнование по велоспорту прошло в Солигорске. На тропе здоровья в вождении велосипеда соревновались работники стройтреста номер 3. «Наша сила в коллективе» – именно такое название получил велопробег, который был приурочен к грядущему Дню строителя. Этот праздник отмечают традиционно во второе воскресенье августа. Мероприятие такого формата стройтрестом проводится впервые. И тем не менее, идею работники оценили. Профессиональный праздник тружеников нашего стройтреста номер 3. И мы очень гордимся этим праздником, потому что именно всегда в преддверии этого праздника мы проводятся торжественные мероприятия, много разных спортивных, культурно-массовых мероприятий, где награждаются наши почетные и лучшие строители. Ну а в этом году вот по линии таких спортивных состязаний мы решили провести впервые велоэстафету. Посвящаем ее также нашему профессиональному празднику Дню строителя. Я думаю, что получилось очень даже и получается у нас очень даже неплохо. В мероприятии приняли участие 20 спортсменов из разных филиалов, по 4 человека в каждой группе. А также прошли заезды на лучшее личное время. В индивидуальном заезде первым стал Денис Бартошек, СУ-149. Мужчина преодолел дистанцию за 3 минуты 32 секунды. Среди девушек лучшей стала Екатерина Волчек, СУ-149. Ее время 4 минуты 59 секунд. По итогам соревнований были вручены дипломы и денежные призы.